кричал Иерусалим. Простой народ бежал к нему, ликуя, одежды, ветви слали перед ним, и возносилось к небу аллилуйя. Лишь фарисей был недоволен тем, его скрутила зависть и отрава, поэтому не мог он потерпеть, что не ему идет такая слава. Иисус смотрел с спокойствием святым и знал, кратка мирская слава, она как звон, безжизненный, пустой и очень неустойчивого нрава. И знал, что едет в город пожинать не лавры, почести, а мухи, и скоро ему будут простирать сейчас к нему протянутые руки. Ему и каждый был знаком с лицом, он видел каждого, конечно, душу, и видел то, что быть в конце концов коварным планом дьявола разрушено. Он был готов немедля жизнь отдать, чтоб человек спасенный был от ада, чтоб воссияла в мире благодать и принесла нам всем спасение и радость. Давайте же сегодня всей душой мы вникнем в смысл священного Писания и осознаем, что Христос пришел, чтобы нам избегнуть вечного страдания. И славу Иисусу воздадим, и двери настежь для Него откроем, чтоб Он вошел, как Бог, как Господин, и свой чертог в сердцах у нас устроил. А если современный фарисей в лицо нам бросит недоверие камень, прошу, Господь, сомнения отсей и разожги в нас твердой веры пламя.